Krok po kroku, poziom A1, lekcja 17, druga część. Co o nim myślisz? Co ty o nią dmasz? Najpierw posłuchajmy dialogu. Więc o co chodzi? Dlaczego jesteś smutna? A takie tam różne sprawy rodzinne ale nie chcę o nich mówić. Czy mogę ci pomóc? Raczej nie, ale dziękuję. Może porozmawiamy o czymś innym. Widziałaś nowe studentki z grupy Zero? Tak, widziałam je i też z nimi rozmawiałam. Bardzo fajne dziewczyny i ładne. Javier chce je zaprosić na urodziny. Dobry pomysł. Mogą się z nami zintegrować i nas lepiej poznać. Tak, na pewno chcą poznać Javiera. Myślisz? Jasne. Jest sympatyczny, przystojny. Każda dziewczyna chciałaby się z nim spotykać. Ty też? <laughs> spokojnie, spokojnie. Ja nie, ale widzę, że ty tak. Co ja? Mami, to jasne, że jesteś w nim zakochana. A co kupiłaś dla niego na prezent? Po pierwsze, to nie jestem w nim zakochana. A po drugie, prezentu dla niego jeszcze nie kupiłam, bo nie wiem, co mu się podoba. Może razem zdecydujemy? Dobrze, to idziemy poszukać. Ale i tak wiem, że go kochasz. Nieprawda! Prawda, prawda! Świetnie? Dobrze. Przeczytam jeszcze raz ten dialog i przetłumaczę go. Więc o co chodzi? I tak, a czym reć? Dlaczego jesteś smutna? Почему ty grusne? а таке там, ружне справы родины. А, все такое, разные семейные дела. Али нехцы о них мувич, но я не хочу о них говорить. Могу чи мога чи помут? Могу ли я тебе помочь? Радше не, али дженькуя. Скорее нет, но спасибо. Може порозмавямы о чем-ш иным? Может, мы поразговариваем о чем-то другом. Видялась новые студентки с группы Zero. Ты видела новых студенток из нулевой группы? Так, видялам е и теж с ними разговаривала. Да, я видела их и также с ними разговаривала. Бардзо файные девчины. Очень классные девчонки. И ладные, и красивые. Хавьер хце е на уроджины. Хавьер хочет их пригласить на день рождения. Добрый помысл. Хорошая идея. Могум ще з нами з и нас лепей познач. Они могут с нами объединиться и нас лучше узнать. Так, напевно, хцом познач хавьера. Да, наверняка они хотят узнать хавьера. Мыслишь? Думаешь? Ясно, есть симпатичный, пристойный. Ясно же, он симпатичный, красивый. Каждая девчина хотела бы еще с ним спотыкать. Каждая девушка хотела бы с ним встречаться. Ты теж? Ты тоже? Спокойнее, спокойнее, я не. Али, видишь же, ты так. Спокойно, спокойно, я нет, но вижу, что ты да. Что я? Что я? Маме, то ясно же, есташ в ним закохана. Маме, это понятно, что ты в него влюблена. Здесь обращаем внимание на фразу есташ в ним закохана. не ни в него, не в го, не в егу, есташ в ним закохана. А отцо купилась для него на презент, а что ты купила для него в подарок? По первше, то не естым в ним закохана. Во-первых, я не влюблена в него. А по-друге, презенту для него еще не купила. А во-вторых, подарок для него я еще не купила. Бо не вем, что муще подоба, потому что не знаю, что ему нравится. Может, разом с децидуемы, может быть, вместе решим. Добже, то идем и пошукать. Хорошо, ну тогда идем искать. Али и так вем же го кохаш. Но я и так знаю, что ты его любишь. Неправда. Правда, правда. Добже. Пойдем и далее. И еще далее. О, чвечение 4. И перед нами таблица, в которой все местоимения по всем падежам. Давайте вспомним, какие у нас вообще есть падежи. Прочтем их. Мяновник, кто цо, Дополняч. кого чего, царовник, кому чему, берник, кого цо, нажендник, ким чим, мейсцовник, о ким, о чим. Венц, заимки. Итак, у нас местоимение. Будем читать их в столбик. Начинаем с формы «я». «Я», «кто я», Допевняч – кого? Мне. Целовник – кому? Ми – мне. Берник – кого? Мне. Нажендник – ким? Мном. Мейсцовник – о ким? О мне. далее ты. Мяновник – кто? Ты. Допевняч – кого? Че? ТЕБЕ, Целовник – кому? Чи? Тобе. Берник кого че чебе, нажентник ким тобом, мейсцовник о ким о тобе. Далее он. Кто он? Кого го него его? Кому му нему ему, ему? Кого го него его? Ким ним? О ким о ним? форма «она». Кто? Она. Допелняч. Кого? Ей. Ней. Целовник. Кому? Ей. Ней. Берник. Кого? Йом. Нём. Нажендник. Ким. Нём. Месцовник. Ней. Форма «оно». Кого? Го, него, его. Кому? му, нему, ему, кого, е, не, ким, ним, о ким, о ним. Форма мы, кто мы, кого, нас, кому, нам, кого, нас, ким, нами, о ким, о нас. Форма вы, кто вы, кого, вас, кому, вам, кого вас, ким вами, о ким о вас. Форма они и форма оне имеют одинаковые местоимения и лишь одно отличие в винительном падеже в бернику. Кто они до допеунеч кого их них, целовник кому им ним, Берник, Кого. Здесь отличие. Форма они, их, них. Форма оне, е, не. Далее нажентник. Ким, ними. Месяцовник, ОКИМ, ким, о них. И давайте еще раз вспомним, что короткие формы местоимений, те, которые у нас вот самые первые написаны в первом ряду, ставятся, используются после глагола. То есть, когда у нас нету предлогов длинная форма местоимения в варианте, где у нас выделено одной звездочкой, то есть то, что идет во втором ряду. Тебе, тобе, нему, ней, нему, негу и так далее. Мы используем, когда у нас есть предлог, после предлога. И еще одна длинная форма местоимения у нас выделена здесь двумя звездочками и написано в третьем ряду его, ему Используется, когда мы начинаем с этого местоимения предложения, когда мы хотим акцентировать на этом внимание, выделить как-то эмоционально. Хорошо, давайте перейдем к упражнениям и потренируемся. Чучение Пенч. Прошу узупелнить: Я-ты. Надо вставить в правильную форму. Кохаш мне. Кохаш кого. Смотрим по нашей таблице. Форма «я», отвечая на вопрос «кого», переходит в форму «мне». «Кохаш мне?» «Очевище?» «Конечно!» «Же?» «Тебя люблю» мы ответим. Значит, «ты?» «Кого?» Смотрим «те». «Очевище же че кохам?» «Конечно, я тебя люблю!» Следующий диалог «он, она, мы». С кем идешь на уродины Хавьера? С кем ты идешь на день рождения Хавьера? Сам, а ты с кем? Один я иду, а ты с кем? При ответе мы смотрим, с кем-то он идет, то есть с кем это наш наженник. Смотрим с ним, альбо с ним, с ним или с ней. Хочешь ищ с нами? Также наш наженник. Хочешь пойти с кем? С нами. Добже. Хорошо. Следующий диалог. Ты, я, мы, вы. Мамы для... И у нас в скобках стоит ты. Для кого? Смотрим по таблице. Ты переходит чебе. Мамы для тебе презент. Мамы для кого? Для чебе презент. У нас для тебя подарок. И так как у нас есть предлог, выбираем длинную форму. Не те, а тебе. Серьё? Для мне Серьезно, для меня у нас форма «я» переходит в форму «мне». Для кого? Для мне. Так, то есть present от нас в Да, это подарок от нас всех. От кого, смотрим по таблице, переходит в форму нас. От нас. Столят. лет. вам, шветный презент. денькуя кому, вы переход в форму вам. Деньку я вам. Шведный презент. Спасибо вам. Отличный подарок. Идем и далее. Настемпно на ченч. Цому купить? Что ему купить? Твичение еден. Маме и Анжела выбираем презент для Хавьера. Цо плануем купить, цо в концу купуем. Маме Анжела выбирают подарок для Хавьера что они планируют купить и что в конце концов они покупают. Перед тем, как послушать диалог, давайте прочитаем варианты подарков. Словник языка польскего, словарь польского языка, кшеншка кухарска, книга по кулинарии, плыта с польским музыком джазовым, диск с польской джазовой музыкой, торба экологично с аппликацией. Эко-сумка с аппликацией, плита с польском музыком роковым, диск с музыкой польской роковой, т-шорт с аппликацией, футболка с аппликацией, плита с польским музыком фольковым, диск с фольклорной музыкой польской, альбом с девчачьими, альбом со снимками, кубок, чашка, Образ картина. Бижутерия с Бурштыну. Ювелирное изделие с, из янтаря. Фильм DVD. А сейчас давайте прочтем и переведем диалог. И узнаем, что же маме Анжела все-таки купит Хавьеру в подарок. Экспадиантка переводится как продавщица. Слухом я вас слушаю. Хцемы купить презент для коллеги на уродины. Он не ест поляким. Мы хотим купить подарок для коллеги на день рождения. Он не поляк. Типовые ПОМЁНТКИ то альбомы с деньчами, чешоты люб торбы экологичные с аппликациями, совники, плыты. Типичные сувениры это альбомы со снимками, футболки или эко-сумки с аппликациями, словари, диски. Что мыслишь о словнику языка польского? Что ты думаешь о словаре польского языка? То банально. Это банально. Мужчины выбрать что специального. Мы должны выбрать что-то особенное, специальное. Может, я кощь Может, какой-нибудь диск? Шветный помысл. Отличная идея. Может с может с бразильской музыкой, с бразильской? с бразильской. Нет, узу и помысл. Нет, это плохая идея. Не знаем еще на бразильской музыке. Мы не знакомы с бразильской музыкой. Лепей, цощ, экзотичнего. Лучше что-то экзотичное. Вем, я знаю. С польским музыком, с польской музыкой але на польской музыцы теще не знамы. Но и с польской музыкой мы также не знакомы. Але польский фольклор напевно будет чекавы для Хавьера. Но польский фольклор наверняка будет интересен Хавьеру. Я воле рок альбо цощ джазовего. Я предпочитаю рок или что-то джазовое. Венц ты купишь плыты роковым, а я фольковым. Поэтому ты купишь диск с рок-музыкой, а я с фольклорной. И т и футболку. Плыты сон на портеже а тишоты там там, направо. Диски на партеже, это значит на первом этаже, а т-шоты, а футболки направо. Здесь обратите внимание, на портеже на первом этаже, в Польше этажи начинаются так, партер, Первый, другий, третий и так далее. То есть первый этаж называется партер, второй наш русский этаж – это у них первый этаж, наш третий этаж – это второй этаж и так далее. В следующем упражнении нам нужно отметить те выражения, которые встречались в диалоге. Что мыслишь о словнику языка польского? Что ты думаешь о словаре польского языка? Так, то выражение, спуткающее в диалогу. Ниже, то без сенсу, это без смысла. Это выражение у нас не встречалось в диалоге, не было. Мужчины выбрать coś специального. Мы должны выбрать что-то особенное. Было. Может, я кончпуэте? Может, какой-нибудь диск? Так, то было. Вшистко едно все одинаково, все одно. Не было. Шветный помысл. Отличная идея. Было. Нет, злый помысл. Нет, это плохая идея. Было. Не знам на. Мы не знаем, мы не знакомы с. Так, то было. Я воля рок. Я предпочитаю рок. Было. Идеальнее. Идеально. Не было. Лепить сощ экзотичного, лучше что-то экзотическое. Так то было, то банальное. Это банально было. Идем и далее. Чвичение чши. Что можно им купить на презент с Кракова? Что можно купить им на подарок из Кракова? Для элегантские кобеты, которая любит натуральном бижутерию. Для элегантной женщины, которая любит натуральную э, бижутерию, натуральное ювелирное изделие. Для ней пропонуя сребрном бижутерие с бурштину. Для нее, то есть для этой женщины, для нее предлагаю серебряное украшение с янтарем. Для особы, которая любит тестовать новые потравы. Для личности, для особы, которая любит пробовать новые блюда. Для ней, для той особы, для ней, пропоную осыпок. Для нее, для этой особы, для этой личности, предлагаю осыпок. Это название сорта копченого сыра. Для старшей пани, для старшей женщины, для женщины в возрасте, для ней, пропоную мед. Для нее, предлагаю мед. Для Вуйка из Америки, для дяди из Америки, для него пропоную кщеншка с дьянчами с Польски. Для него предлагаю книгу со снимками из Польши. Для родины с зимней Канады, для семьи с холодной Канады, для них пропоную кжаный вино. Для них я предлагаю такое подогретое вино, типа Глинтвейн для пшиачуки, которая любит читать и учащий языка польского, для подруги, которая любит читать и изучает польский язык. Для ней пропоную кщоншки до слухания. Для нее предлагаю аудиокниги. Для дядка, который интересующий медициной натуральным для дедушки, который интересуется натуральной естественной медициной. Для него пропоную мед. Для него предлагаю мед. Для кузынки, которая любит фольклор. Для двоюродной сестры, которая любит фольклор. Для ней пропоную традиционным хафтаваном блузке. Для нее предлагаю традиционную хавтовано-блузку. Это такая вышитая блузка, вышиванка. Для кого кто едет по чонге до Варшавы и не мел часу купить канапки. Для кого-то, кто едет поездом в Варшаву и у него не было времени купить бутерброды. Для него пропоную прецель краковский. Для него я предлагаю краковский прецель. Такой крендель, бублик. Файне. И еще нам повторение. Повторение. И в этом упражнении нам нужно из предложенных фраз составить предложение. Вот мы видим по цифре 1 мой дродзы. Давайте для начала все эти выражения прочитаем. Жемам так дужу пшиячу. Что имею так много друзей что у меня есть так много друзей. Ще чеше и ешче, радуюсь и еще. За вшистки пеньк на презенты, за все красивые подарки. Дзенькуе бардзу, большое спасибо. Же пришлище еще до мне, что пришли ко мне. Не им я не знал. Мои друзы, мои дорогие. В Польсце бардзу, в Польше очень. Раз – дзинкуе. Раз – спасибо. И сейчас прочтем предложение, которое мы можем составить из этих фраз. Мои дродзи, дзинкуе бардзо, же пшишлище до мне. Мои дорогие, большое спасибо, что вы пришли ко мне. Не видя им, же мам так дужу пшиячу в Польше. Я не знал, что у меня так много друзей в Польше. БАРДЗО СЕ ЧЕШЕ И ЕЩЁ РАЗ ДЗЯНЬКУЕ ЗА ВШИСТКИ ПЕНКНЫЕ ПРЕЗЕНТЫ. Я ОЧЕНЬ РАД И ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРЮ ЗА ВСЕ КРАСИВЫЕ ПОДАРКИ. Ну, no а я дзянькую всѣстким за добром працу, что вы со мной, БАРДЗО ЧЕШЕ СЕ С ПОВОДУ И ДО УСВЫШЕНИЯ ВКРУТЦЕ! ПА-ПА!